Продолжаем трансляцию. Бронзовый призер в личном первенстве и победитель в командном Василий Шершов. Командное первенство сложилось довольно легко для вас, можно так сказать? Ну, вначале, да, было довольно легко. Команда наша сильная, мы хорошо фехтовали. И встреч за 4, и встреч за 2. И, ну, первое место, мои однокомандники тоже очень хорошо выступили. Вопрос о личной бронзе, да, сам ли ожидал, что так выступишь, как готовился к соревнованиям? Но у нас было несколько, даже недели, по-моему, до не было сборов, готовились сами дома. Вот. Но я ожидал, точнее, надеялся, что все-таки попаду в четверку. Были очень сложные бои тоже. Я мог и за 32 проиграть, и за 4 тоже проигрывал. Но каким-то случаем все-таки победил. Ну вот это бронза, да, и сегодняшнее золото. Как-то, может быть, тебя настроило? Вообще, какие у тебя планы на сезон, да? Вот куда дальше поедешь, какие цели ставишь? Ну, следующее соревнование у нас Будапешт. Я, знаете, даже не скажу, что хочу там хорошо выступить. Если получится, то будет замечательно. Но я пытаюсь все-таки набраться опыта, научиться справляться со своими эмоциями и делать прием, который я умею уже на взрослом уровне, на нью-йоркском. Спасибо большое. Еще раз поздравляю тебя.